Жители еще одного города Югры стали свидетелями редкого природного явления. Такую новость публикует портал «Радио Югра». В Ханты-Мансийске прошла так называемая снежная гроза. Сначала окружной центр накрыла плотная снежная завеса, а потом появились молнии и гром. Однако все это продолжалось недолго. Местные жители тут же начали делиться снимками необычного метеоявления в соцсетях. Напомню, в последний день календарной зимы, 28 февраля, снежную грозу наблюдали жители Нижневартовска.